Я пришла на мисс студенчество, чтобы победить. И сейчас, в данный момент, я показываю свои таланты. Пошла на конкурс я за новыми впечатлениями, эмоциями, знаниями и показать, какая я на самом деле, чтобы многие поняли, что думают обо мне, наверное, чуть хуже или чуть лучше. Ты, если ты мисс студенчества, должна уметь все. Боксировать, не знаю, сверкать своими знаниями, красотой, уметь дефилировать, петь. Для меня это шанс показать себя и узнать, на что я способна. Мне кажется, я пришла сюда, чтобы приобрести некую уверенность в себе, приступить в страх, научиться работать на фотосессии, дефилировать. Ну и, конечно же, это финальный творческий номер, который мы подготовили. Надеюсь, он получится. Мисс студенчество – это возможность показать, на что я способна, узнать, на что способны другие, самосовершенствоваться, становиться намного-намного лучше. А у меня есть шанс на победу, потому что я занималась вокалом и добилась в этом каких-то успехов. Это возможность показать, какая ты разная. Я всегда знаю, чего хочу. Студенчество для меня – это найти в себе что-то новое, новые возможности, открыть в себя что-то интересное.